Бензин марки Евро-5 начнут производить в Западно-Казахстанской области. Проект реализует местная компания. В 1998-м предприятие запустило завод по переработке углеводородного сырья на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении. А в прошлом году началось строительство второй очереди нефтеперерабатывающего завода, стоимость которого около 200 миллионов долларов. Возводят его за счет собственных и заемных средств. В работах используют технологии и оборудование ведущих компаний в сфере нефтегазового машиностроения. Запустят производство в 2015-м. Проектная мощность предприятия – 200 тысяч тонн бензина марки АИ-92 и АИ-95, стандарта Евро-5. Товарный бензин будет соответствовать высоким европейским требованиям. А еще через год планируется начать выпуск дистоплива экологического класса К5. Предполагаемые объемы производства – более 200 тысяч тонн продукта в год. Это позволит практически закрыть потребности западных областей, Актюбинской, Западно-Казахстанской области. Ну и мы рассчитываем, так сказать, все приграничные области, которые прилегают к Западно-Казахстанской области России, также обеспечивать, потому что они расположены ближе к нам, чем к своим нефтеперерабатывающим заводам. Это даст возможность конкурировать по цене и по качеству.